Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Зло внутри», вторая часть. И задание у нас таково. Называется оно «За кулисами». В общем, нам нужно попасть в мэрию. Естественно, через компьютерную сеть. Так, еще разочек. Идти мне надо вот сюда. Ну что же. Все предельно ясно. Дорога будет долгая. Хотелось бы верить, что она будет еще и безопасная. В общем, посмотрим. Наше задание звучит так. Найдите в северном убежище вход в сеть, чтобы пройти в мэрию. Пойдемте вот по этой дороге. Кустами, лесами. В общем, надеюсь, это у нас получится срезать. Ну что ты, Себас, уже выдохся? Да, выдохся, братишка. А это у нас церквушка. Здесь мы были уже. Сделали, как говорится, свою зачистку. Так, бутылки у нас по максимуму. В помойке не лазит. Нету, Себас, для тебя там ничего хорошего. Тихо, кто-то меня уже слышит. А уже и видит. Где, где, где? О, вылезла чувырла. Поорала и хватит. Гель-то дашь? Дала. Вон маленечко есть, надо будет забрать. Так, ну здесь кто-то еще меня видит. Кто, кто, где он? Блин, я-то его не вижу. Ну-ка, дайте-ка залезу сюда. Да где ж ты, падла, а? Вот она. Нахер руку, как говорится, да? Все, отдохни, малька. И причем тоже дала гель. Но смотрите, еще кто-то палит. Черт подери, где ты-то теперь сидишь? Спасибо вам, девочки, за гель. Ладно, наверное, не будем отвлекаться от нашего задания. Йо, это что такое? Что опять произошло? Так, погоди, погоди, погоди. Но нет, только не ты. Что тебе здесь вообще надо, а? Призрак. Ладно, Себас, давай мы это дело оббежим вот здесь. Не будем идти на рожон, как говорится, на неприятности. А тихонечко от нее улизнем. Тем более тут осталось чуть больше 100 метров нам до цели. Разбиваем никчемный ящик. И нам достаются детали от оружия. Погоди-ка, здесь что-то странное. Здесь можно, в принципе, зайти в дом. Опять трупец лежит. А, ну мы здесь вроде бы были. Ладно, ничего страшного. Лишний раз проверить не помешало. Все, да? Видение закончилось. Я, кстати, честно говоря, не понял, для чего оно нужно было. Так, перепрыгиваем. О, нет, нет, нет. Смотрите, кто там у нас. Какая-то дура дымовая лазит. Как она мерзко скулит. Я думаю, что я ее отсюда и грохну. Ну, сколько в тебя бомбить-то надо, а? Ты посмотри на нее. Да ну, брось. Все, завалили. Завалили, паскуду. 45 метров. Ну что, вроде бы чисто. Давайте заберем гель. Кстати, что-то здесь у нас лежит. И все. Только лишь детали. Себас, любимая помойка твоя. Порох. Так и есть. Ладно, давайте гель забираем. Ну и думаю, что надо идти далее. Кстати, вот эти чувачки мне не особо нравятся. И я хочу кое-что проверить. Больно целенькими выглядят они. Я так и знал. Ну-ка. А должна быть ловушка. Ой-ой-ой. Я ж тебе снес голову, урод. Это должна быть для нас ловушечка, ребята. Но как бы не так. И, ах ты гад.
Теперь ты сдох точно. Сколько здесь еще? Раз вижу и два. Как минимум двое. Автоматический пистолет. Полуавтоматический. Пистолет с лазерным прицелом. Не, давайте мы, наверное, оставим себе... Не хочу с лазером. Вот этот вот. А ну-ка. Дохни, гад. Даже не рыпнулся. А этот лежит, типа... А что, я не я? Ладно, все, забираем гель. Его здесь нормально так. 300 плюс здесь, наверное, 200 или соточка. Да, 300. И дайте здесь 300. Все, почти штуку геля мы здесь выкачали. Так, этого тоже надо... Вот так вот. Хотел встать, да не успел. Открыть гидрант. Вода проводит электричество. Да нет, спасибо, уже поздно. Я их так завалил всех. А здесь у нас пусто. А, выросла капуста, ладно. Все, по-моему, здесь мы зачистку сделали. До цели 17 метров. Где-то, получается, это в этом доме. Так что, Себас, готовься. Сейчас мы пойдем в компьютерную сеть с тобой. Куда-то там в мэрию в какую-то попадать. Хотя я слышу, снаружи где-то кто-то шоркается. Что у нас тут? Ну, тут двери везде закрыты. Ясно. А тут решетка. Нам не залезть. Ну да, вот так и получается. Вон она, антенна на этом доме. Значит, нам все-таки надо туда. Зря тут бегали, только лишний круг наяривали. Да нифига не получится у нас здесь. Давай уже, дуй. Хочешь, не хочешь, а идти придется. Мёбиус. На замках везде подписано. Ну вот и добежали. А вон компьютер. Наверное, пора сообщить обо всем Кидману. Ну так сообщай. Кидман, ты меня слышишь? Отлично слышу. Есть что-то? Хорошие новости. Я нашел Анила и обнаружил след, ведущий к Лиле. Отлично. Плохие новости. Юнион буквально разваливается на части. Там полно монстров и трупов. А, и тот психопат, о котором я говорил. Тот, что с невероятными возможностями. Лили у него. Я собираюсь войти в сеть, о которой ты, кстати, мне не сказала. И найти его. Прости, у нас не было времени, чтобы все тебе рассказать. Но мы не знали, что все так плохо. Здесь все как в маяке. Нет, даже хуже. Потому что в маяке не было моей дочери. Ладно, успокойся. Надеюсь, что смогу тебе помочь. Что известно об этом человеке? Мужчина. Примерно 1,80 м. Черные волосы. Похоже, воображает себя художником. Маловато данных. Это я и сам понимаю. Я направляюсь в мэрию. Свяжусь с тобой потом. Ну что, Себас, поговорил и отвел душу. А теперь давай непосредственно займемся нашим заданием. У нас цель какова с тобой? Загрузиться в компьютер, попасть в сеть, вылезти в мэрии, найти определенный коридор и по нему идти. Я не знаю, что там надо нам сделать, но знаю точно, что надо идти через него именно. Причем он будет весь отравлен газом, для чего нам дали с собой противогаз. Давайте сохранимся с вами. Оп. Да, новая ячейка. Все как полагается. Теперь можно со спокойной душой нырять в сеть. Вот тот компьютер, о котором говорила Нил. Попробую ввести пароль. Сейчас, Себас, не волнуйся, сейчас все будет, прогрузится только. Отправиться в сеть отдел управления. Да-да, именно туда нам нужно, так что телепортируемся.
На стенке написано «Энергия и газ». Exit 18S. Что у нас тут на столе? Я вижу, лежат патроны и детали. А здесь у нас труба. Угу. Больше ничего хорошего нету. Ищите выход B2 в сети, чтобы пройти в мэрию. Ну, я постараюсь его найти. Так, там, я так понимаю, закрыто все. Давайте, наверное, вот сюда рванем. Куча крови, как обычно. Как же без этого? Даже, скорее всего, без заварушки здесь не обойдется. А радиоволна какая-то идет. Непонятно. Так, исследовать. Похоже, они продолжали проектировать районы Юниона. Ага, вот оно что. А здесь у нас компьютер. Электронное сообщение «Рост Юниона». Кому? Всем заинтересованным лицам. От агента Рейна. Касательно «Рост Юниона». Благодаря успешному выполнению мюк-центрами плана по вербовке, рост Юниона превысил наши ожидания. Увеличилось производство капсул STEM. Составлен и подлежит исполнению план по расширению Юниона. В связи с ростом численности населения, инфраструктура Юниона должна вырасти на 50%. Помимо новых районов будут созданы сельскохозяйственные, а также как мне промотать? Почему не перематывается, а? Ни так, ни сяк. Вот дерьмо. Не дали мне дочитать маленечко. Да, жаль. В общем, мы поняли здесь одно, что они этот Юнион собирались расширять, делать полноценный, так сказать, городок, где можно будет даже выращивать продукты питания, а может быть даже и наладить экономику. Так что тут у тебя, братишка? Я думаю, тебе это не понадобится больше. Порох, 13 штучек, а вот мне как раз нужно. А заработали сервера, но нам надо ползти вот здесь. Не нравится мне эта вся затея, если честно. Да, здесь у нас, походу, тупик. Да, Себас, не сможем мы выбить это, стопудово. Фиг ли ты лезешь-то в каждую дырку, как этот? Иди по зову сердца. Так, и здесь у нас что? Ох, какие двери-то были, смотрите. Совсем не нравится мне это. Стоит, лежит. Ну-ка. Готов. Теперь я точно буду спокоен, что эта тварь не встанет. Ну а за гель, дружище, спасибо тебе большое. Лифт не пашет. Я смотрю, здесь электрощиток у нас есть, который можно активировать с помощью электроболта. Тихо. Тихо, ребята, не буяньте. Так, шприц. Это хорошо. Ну что, будем открывать или нет, а, ребят? Или все-таки пойдем здесь пошаримся? Так, эти... Оу! Смотри, тварина, толстый. Так, будем на чеку. Трупец. Давайте его ликвидируем. Я ведь знаю, что он потом встал бы. Так, 300 гелей. Кстати, с гелем-то уже все нормуль. Надо будет как-то отправиться нам и тихонечко выучить новые умения. И здесь у нас опять радиочастотный замок. В данный момент активирована блокировка. Отключите блокировку, настроив нужную частоту на коммуникаторе. Ладно, попробуем. Себас, ну это проще простого. Ты так говоришь, как будто в первый раз сталкиваешься с электроникой. Давай, наяривай. Вот, почти. Нет, расхождение пошло. Себас, ну что ты? Ладно. Не знаю, давай, наверное, с тобой мы сделаем прежнюю минимальную частоту. Да что ж ты дуришь-то, вот. От нее давай немножко плясать уже. Нет, слишком много, вот. Вот, почти, немножко. Давай. Вот, умничка. Блокировка отключена. Подождите,
Система перезагружается. Ожидайте. А вот зона это мне не нравится. Блокировка отключена. Система перезагружается. Фак, ребята, вот они, бегут. Исследовательский центр. Блокировка отключена. Система. Так и думал, что это будет очередная ловушка, блин. Ёпарасоте. Иди сюда. Ха, ноги я ему отрубил, нормуль. Так, три патрона у меня последних, причем, ребята. Все, выкусили. Отдел безопасности. Блокировка отключена. Система. Это хорошо. Да ладно, еще перезагрузка какая-то. Может, на лестницу подняться, а? О, нет, 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 нет. Черт, тебя подери. Сволочь, старая бабка. Да я понял. Давай уж пистолет брать. Ну что, все, не все? Будет еще кто или нет? Давай, гель. Надеюсь, это все. Патроны надо поберечь. Ну, здесь я с тобой себе полностью согласен. Перезагрузка системы завершена. Блокировка полностью отключена. Спасибо вам большое. Так, цепочка. Цепочка на дверях. Ну, мы ее срубим. Сюда не пройти. Господи, ну и вонь. Да, вонища здесь хватает. Это что такое у нас? Как будто, знаете, отстойники канализационные. Замечательно. А здесь нам не пройти. Ха. Что будем делать? Себас, думай. Нам если только... Ну, в жижу ты не слезешь, однозначно. Нет. Ты же не смертник, захлебнуться в этом говне. А, вон, щиток вижу. Так. Ага. Все смываем к чертовой бабушке. Ну, а теперь, думаю, уже можно и спуститься. Поползли. Это что тут у нас такое? Что за звуки, а? Черт подери, не нравится мне это. Может, какой-нибудь дерьмодемон будет, а? Так, что у тебя, парнишка? Ага, для дробовика патроны. Спасибо. Очень нужны мне. Так, три штучки зарядим. Отличненько. Ага. Фигушки, Себас, нас туда не пускают. У нас только один вариант. По лестнице. О, ёлки-палки, да ты... Как-то неожиданно ты, малыш, тут встал. Я тебя до этого не видел. Откуда он вылез-то, а? Из ниоткуда. Из дерьма, видимо, он вылез. Вот что, спрятался там. Ему-то можно. Так, у нас с вами здесь еще один рычаг. Интересно, зачем мы это сделали? А, может быть, нам придется назад по этому пути возвращаться. Вот если только для этого. Ну-ка, давай. А вот это уже мне совсем не нравится. Значит, вот где утечка газа. Спасибо, Анил. Я бы и правда не выжил без противогаза. Прямо лабиринт. Взрывоопасно. Черт. Здесь нельзя будет стрелять. Вот это ты меня порадовал, Себастьян, этими новостями. Здесь нельзя будет стрелять. То есть, либо по стелсу...
да? Второй вариант — это у нас арбалет с гарпуном. Ну и третий — ножом. Все, четвертого не дано. Что тут вообще делать? Ни хрена не вижу, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Себас, отойди, отойди, отойди. Неужели настало время стелса, а? А давайте-ка здесь глянем кое-что. Куда вообще ведет эта вся фигня? Пропалит она меня здесь, по ходу дела. Давайте, наверное, тогда подниматься. И будем среди вот этих вот ящиков карабкаться. Ну и если наступит тот момент, соответственно, ее и прибьем. Пока она там стоит, давайте сюда переберемся. Так, бутылочки у нас по максимуму. Так, лишь бы не увидела. Воу-воу-воу-воу. Я больше боюсь стрелять здесь, потому что все взорвется к чертям собачьим. Тихо-тихо-тихо, Себас, не паникуй, блин. Так, вот и думай, пора, не пора идти со двора. Куда она пойдет? Сюда или туда? Ага, вот так вот. Хорошо. Такая, я вам скажу, обстановочка, знаете, как будто я действительно в каком-то подвале и... Тихо, тихо. Мразь такая, а? Противная. Но не смотреть-то противно. Не то, что с ней драться в ближнем бою. Так, ладно, вроде бы одну обошли. А здесь еще кто? Ага, просто туман. Да кто тут скулит-то, ноет все время, не пойму. Так, давай, пригибайся. Крыса, родная моя. Почему-то для нее газ не опасен, да? А для нас он опасен. Где логика? Да что ж такое-то, кто там хрюкает? Дверь-то открыта, нет? Нифига. Да кто ж там так скулит, а? Мерзко-пакостно. Кто, кто, где? Кто это? Ничего не понял я. А здесь у нас тоже ничего хорошего нету. Уё! Да... Хорош уже так прикалываться-то, а? Откуда ты упал, родной мой? Ага, и статуэтка. Ключик будет наш. Замечательно. Черт, какой туман этот, газ плотный. Нифига не вижу. Еще кто-то здесь бродит. Оу, фак. Это ж та дура. Газовая мумия. Здесь у меня только один вариант — спрятаться среди вот этих вот коробок, бочек. Тихо, тихо, проходи мимо. Мимо проходи. Только бы не заметил, а. Да иди давай отсюда уже. Такая тварь, а. Смотрите. Ужас. А когда-то был человеком. Фу, ну, вроде бы обошлось все. Так, что у нас тут есть хорошего? Ничего. Ага, электрощиток. Ну, здорово. И что нам здесь? Выключатель. Так. Ну, давайте все включим. Не понял. А что надо сделать? Надеюсь, это сработает. Короче, ребят, наугад понажимал все и, видимо, включил. Так, погоди, погоди, погоди. Эта же дура возвращается вроде бы, да? И она идет, по-моему, ко мне сюда. Ух. Острые ощущения. Где она там? Не пойму. Так, она меня слышит.
Давайте вот здесь, наверное, переждем с вами. Вот так. Тихо, тихо, иди мимо, иди мимо. Все, она пошла туда, вдаль коридора. В общем, у нее траектория ходить вот по этому коридорчику. Так что будем сейчас отсюда выбираться, следом практически за ней. Ну что ты не возвращаешься-то, моя застряла, что ли? Вот-вот-вот, она идет обратно. Все, ребята, наш выход. Мы будем следовать за ней. Главное, чтобы не запалиться. Если она нас увидит, она будет кричать очень-очень громко. Единственное, не могу понять, почему от нее столько дыма идет. Вот здесь мы с вами еще раз посидим, подождем, когда она уже пойдет на обратный путь, повернет направо по коридору, тогда мы будем уже выбегать. И электросчетчик, который мы с вами включили, я надеюсь, это открылась та дверь, в которую мы уперлись. Потому что другого выхода здесь нету. В общем, развернулась, нет? Все, вроде бы идет. Хотелось бы верить, что за этим ящиком она меня не увидит. Хотя можно было бы убежать за эти, за бочки, которые сзади меня стоят. Но уже поздно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, отойди от меня, блин, тварь противная. Ой, мерзость какая. Черт бы ее побрал, а. Я представляю, какие она испытывает боли. Так, тихо, не надо меня палить. Все, ушла, ребята. Наш выход. Не будем сейчас бежать потихонечку, потихонечку, чтобы она нас не услышала. И вот здесь, по-моему, уже будет где-то дверь. По-моему, с левой стороны. Да, вот она. А тут у нас что лежит? Ага, труба. Пригодится. Для гарпуна сгодится нам. И у нас тут... Наконец-то. Маска тоже не розами пахнет. О, ну наконец-то. Наконец-то мы избавились от этого противогаза и можем пользоваться огнестрельным оружием. Фух, слава тебе, яйца. Так, и что у нас тут? Непонятно. Какие-то ржавые трубы валяются. Ха. Так, давайте тогда проверять. Так, порох пригодится. Шприц по максимуму. И опять же какой-то компьютер у нас здесь лежит. Что в нем написано? Благодаря успешному ходу вербовки мы приближаемся к целевым показателям по сбору данных. Каждый гражданин Юниона добавляет к хранилищу STEM 100 эксабайт, увеличивая способность системы обрабатывать данные. Для активации беспроводной STEM необходимо 2 миллиона эксабайт. Учитывая темпы роста, мы достигнем этого показателя за несколько месяцев. С появлением беспроводной STEM отпадет нужда в дорогостоящих капсулах STEM и приблизится наша цель. Вторая фаза – тотальное внедрение системы STEM для всего населения. Церебральные чипы защитят сотрудников Мёбиуса от сигнала второй фазы, который беспроводные излучатели STEM распространят по всем уголкам планеты. Вот так вот, ребята, это было электронное сообщение, расширение и данные. Ладно, ничего хорошего мы пока здесь не узнали. А может быть и узнали, но зачем голову забивать ерундой всякой, да? Идем к своей цели, идем в мэрию. Но, что, что тут у нас? Здесь у нас лестница наверх. И дверь впереди. Ну, я как всегда пойду в дверь. И что тут у нас? Точка резонанса. Давайте-ка послушаем. Да понятно, что ты не можешь. Алло, меня слышно? Это Уоткинс. Уоткинс, что там у тебя? Коллапс происходит быстрее, чем мы предполагали. Уже затронута сеть. Эти твари пытаются прорваться. Мне нужна помощь. У нас тут безопасно.
Ну что же, как мы убедились, компания Мёбиус посрать далеко, причем на своих сотрудников. Ее интересуют только лишь свои планы, а какой-то расходный материал. Да пошел он куда подальше, вот и все. Так, ладно, ребята, давайте мы с вами сходим на лестницу, которую мы видели. Глянем, что там, хотя... Там была вентиляционная шахта, и можно было по ней куда-то сползать. Что здесь у нас? Пока ничего хорошего. А это что? Так, это у нас гарпунный болт, отлично. И все, по ходу дела. Да, тупичок. Хотя я вижу, тут еще ящик у нас лежит. Давайте его откроем, посмотрим, что в нем будет. И как раз то, что надо. Патроны для дробовика. Ну и детали для оружия. Все, больше здесь ничего нету. Значит, я был прав, нам надо будет сейчас с вами ползти по вентиляционной шахте. Да, здесь абсолютно все пусто. Ладно, уговорили. Ползти так ползти. Так, не сюда. Вот сюда, Сибас. Открываем, заходим. И... Подожди, а где она? Я уже забыл. А, не, погоди, не то. Не сюда, нам надо. А, вот она, вот. Все, поползли. Слушайте, а мы здесь не были? Нет, не были. Я этого, по крайней мере, не помню. А раз не помню, значит, не были. Так, двигаемся, наверное, далее. Да, красиво город завернула. Не надо только здесь ничему ломаться. И мы выбрались. Непонятно куда, конечно же. Ага, а вот, по-моему, и выход Б2. Он-то нам как вот раз и нужен. Мой путь в Юнион. Отлично. И вот у нас тут лежит компьютер. Сейчас мы будем загружаться именно туда, в мэрию. Погнали. Ну и... Ага, отлично. Так, сеть, тоннели, переходы, центральный. Так, тут у нас сейф, давайте сохранимся. О, да, сохранение прошло успешно. И теперь мы будем делать наше основное задание. Хотя, подождите, ребята. Выпить чашечку горячего кофе я не откажусь. Не то, что даже в игре, а даже в реале. Я не могу пропустить. Меня этот аромат свежемолотого кофе сводит с ума. Все, Себас, ты себя хорошо чувствуешь? Ну, я вижу, что вроде бы нормуль. Так, ладно, ребята, у нас здесь лестница. И, пожалуй, нам пора по ней... А нет, смотрите-ка. У нас тут присутствует зеркало, и к тому же чистота идет какая-то. Ладно, давайте возьмем, что это такое. Красный гель. Ладно, пора нырять. У нас с вами очень много геля. Надо выучить некоторые навыки. Тем более не забывайте, что у нас есть еще ключи для ячеек банковских. Что-то я не помню эту дверь. Какую, Себас, ты не помнишь дверь? Вот так вот. Сел удобненько. Малорик. Так, это приступаем. Снова вы, детектив? Да-да, снова я. Снова я. И начнем, пожалуй, мы с ячеек. Так, будьте добры, откройте мне, пожалуйста, ячейку вот. Вот эту вот. Патроны для дробовика. Спасибо вам большое. Эти я тоже. А, максимум уже. Да погоди, не то. Жаль, жаль. А что ж тогда мне делать? М?
Открывать следующую, вот что. Шприцы тоже по максимуму. Ничего мы здесь взять не можем. Да елки-палки, что ты все не туда кликаешь-то? Так, давай. Изучать мы будем с вами, наверное, фиг узнает. Мне нужно и здоровье, и бой, и скрытность. Восстановление, кстати, тоже не помешало бы. Атлетизм увеличивает максимальный показатель. Давайте увеличивать. Отлично. Так, это что у нас? Рефлексы. Автоматически уклониться от атаки. В принципе, довольно неплохо, да? 5000. Так, автоматическое уклонение от вражеских атак с некоторой вероятностью успеха. Ха. Интересно только, какая вероятность? Если минимальная, то, конечно, плохо. Ну, а теперь давайте, наверное, перейдем в бой. Я сказал, в бой. И твердая рука 3. Очень серьезно уменьшает дрожание. И уменьшает отдачу при стрельбе. Давайте тогда твердую руку. И стойка стрелка. Все, ребята. Мы, кажется, с умом потратили зеленый гель. Да что ж такое, что я все время не туда кликаю? Я надеюсь, все это мне в дальнейшем пригодится. Так, что у нас на верстаке? Улучшение. Так, давай посмотрим. Нельзя. До сих пор еще непонятно, почему. Не пойму, как это работает. Нужна соточка, а у меня всего 95. Тут 120. Не канает. Отлично. Это скорострельность у нас. Будем стрелять якобы быстрее. И вот здесь вот емкость магазина. Все вроде бы, да? Тут 40 очков нужно. Здесь, естественно, очень много. 240. Дымовой болт. Сотка нужна. Для первого уровня только. А здесь нет, не светит. 140. Ну что, ребята, все. Больше мы ничего с вами сделать не сможем. Давайте сейчас сделаем себе все боеприпасы, которые только можно. Так, 12 нужно. Отлично. Делаем. Ну что, и только лишь остался гарпунный болт. Одну штучку. Все, ребята. По боеприпасам мы забиты по максимуму. Ну что, будем сваливать отсюда. Делать-то здесь больше уже и нечего. Да, Себас? Так, кошара. Слайдов у нас новых нету. Да, можно отсюда сруливать. Полетели. Нахрена я... А, нет, я шприц не делал. Не делал. Так что все нормально. Так, и у нас там, ребята, лестница наверх. Давайте сохранюсь еще раз по-бренькому. Ну что, все, отлично. Теперь уже можно спокойно лезть по лестнице наверх. Поддай газку, Себас. Что-то слишком долго ты туда забираешься. Лестница неба, лестница в рай. Так, что у нас здесь? Какой-то кабинет, да? Ну... Мы, наверное, будем выходить наружу. Встань, Себас, не бзди. Так, что у нас тут? Ага, а вот и улица. Беседка какая-то. Наверное, это мэрия. Надо остановить этого урода и спасти Лили. Я с тобой согласен, Себас, на 100%. Все в трещинах. Тихо, тихо, тихо. Что это? Что это такое? Что тут происходит? Ну, это он. И что далее? Он исчез. Да что это за хрень? Глава 5. Ожидание. Нам надо бежать в мэрию. Не уверен, что я готов. Но отступать уже нельзя. Войдите в мэрию и ищите Лили. Сколько же тут трупов лежит? И особый труп у нас здесь. О, нож в голове с прикрепленной запиской.
Ничего, я доберусь до тебя. Фотография Себастьяна Касталаноса. Человек, похитивший Лили, он сделал это снимок у склада. Жду тебя, значит, он будет начеку. С обратной стороны, как видим, ничего нету. Ясно. Раз он нас ждет, не будем его задерживать. Верно, ребята? Так что тут? Что происходит опять, а? Что за фейерверк, ядрёна лошадь? Ох ты! А колючка-то исчезла? Ну, спасибо. Еще такая музыка. Юнион. Мэрия. Так, что-то здесь сейчас будет. Ёлки-палки, этот глаз. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я догадываюсь, что сейчас будет, ребята. Чёрт. Вот это зашибись. Вот это круто. Чёрт. Да, так и есть. Именно это гнида. Вау. Все, ребятушки. Шутки в сторону. Все постоянно припух. И начнем мы с пламенного привета. Все, а теперь сматываемся как можно скорее. Блин, не залазит ни хрена. Так, здесь у нас бензин пролитый, это хорошо. Растяжка какая-то. Так, опс. Так, эта растяжка нас замедляет. И меня, и ее причем. Тогда берем с вами арбалет. Так, нам нужен что? Нам нужен не гарпунный болт, а электрический. Да, электроболт. Все. Отлично. Ой, не тот выстрелил, ё-моё. Да что ты делаешь-то, а? Себас. Он опять гарпун ставит. Ладно, давай. Отлично, попали. Дробовичок мой родной, не подведи меня. Смотрите, что он там делает. Ящики херачит. Бежит, бежит, бежит. Так, нафиг, сматываемся, сматываемся. А если я вот сюда, интересно, забегу, она меня не достанет, наверное. Давай, иди сюда, красавица. Вот так вот. Слушайте, а как ее убивать? Я так понимаю, надо все три морды, или сколько у нее там, пять этих рожек, взорвать. Бежит гадина, не отстает. Чертова тварь, а. У меня, значит, есть выносливость, а у нее нету. Так, Севас, подожди, давай вот здесь, может, спрячемся. Увидит. Бежит, блин. Черт, от нее никуда не спрятаться, а. Она меня везде просматривает. Это очень плохо. И патрончики-то у меня заканчиваются. Всего 4. Падла бежит, я же слышу. Я же слышу, как она бежит. На! На данный момент я вижу только одну здоровую, точнее целую рожу. Вот она, улыбается. Попал же я по ней, да? Ну что, получается, я был прав. Вот и лежи. Да-да, вот и лежи и помалкивай там. Колючка исчезла, и это означает, что я могу туда спокойно зайти. Сколько геля даст эта тварь? 5000! Ё-моё, неплохо, совсем неплохо. Так, ну-ка давайте-ка ящик разбомбим. О, худо-бедно, да ничего не дали. А, здесь много их. Давай детали. Ну что ты не поднимаешь-то, а? И еще один ящик у нас здесь. Пустой уже. Давайте зайдем сюда. Я вижу растяжку. Дайте-ка я нафиг пригнусь. Нормально, да? На гарпуне в тело вонзили. О, мерзость. Зря я сюда ползал. Потому что здесь патроны, а у меня их по максимуму. Так, давай выбираться отсюда. Черт, ни хрена. Да какого лешего-то, блин? Я на карачках ползал, блин. Не должен был задеть. Все, давайте отсюда выбираться и уже в конце концов заходить в здание. Что это за звук такой? А, это бензин у нас.
Три пороха. Ладно, возьмем три пороха. Кстати, там на выходе, если не ошибаюсь, показали, что лежит гарпун. Да, вот он. Так, электрический, а у нас их полностью. Причем патроны для пистолета тоже. Ну что, вот мы с вами и в мэрии. Ух ты, кто-то живой. Кто это? Все хорошо. Ты Харрисон, да? Я не из них. Кто ты? Не бойся, меня послал Анил. Я думал, что больше никого не осталось. Я ищу ядро. Где она? Она здесь? Второй этаж. Излучатель стабильного поля. Излучатель? Да плевать на него. Я должен найти ядро. Нужно включить излучатель. Он стабилизирует среду, иначе Юнион распадется на куски. И ядро уже не поможет. Включи. Излучатель снизит его силу. Его силу? То есть... Возьми. Это чтобы включить излучатель. Все, отдуплился чувачок. Спасибо тебе за коммуникатор. Коммуникатор Харрисона. Этот коммуникатор отдал вам перед смертью Майлз Харрисон. Его можно использовать для запуска излучателя стабильного поля. Еще один из группы мертв. Жаль, что я не узнал от него больше. Не бойся, Лили. Я все равно найду тебя. Найдите и активируйте излучатель стабильного поля на втором этаже мэрии. Вот такое вот, ребята, будет у нас следующее задание. Ну а продолжим мы с вами играть уже в следующей серии. Так что будем закругляться. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...